сейчас показать, как я буду красить яйца. Возьму два яичка, одно покажу, какой цвет получается у черной моркови, а второе завтра покрашу в золотой цвет. Итак, насыпаю я всегда на глаз. В принципе, я думаю, что этого достаточно будет, потому что я яйца хочу оставить настаиваться всю ночь. Добавлю ложку уксуса, соответственно, налью воды и поварю 10 минут. Яйца варились 10 минут. Немного покоцала ложкой, пока доставала. Получились вот такие царапинки и нежного серого цвета. Оставляю на ночь. Ну что, посмотрим, как за ночь у нас окрасились яйца. Это просто, посмотрите, красавчик. Очень темный, насыщенный цвет с царапинками, более светлыми. Второй получился немного светлее. Наверное, на него вот белое пятнышко, немного не хватило воды. Его буду как раз сейчас красить золотым цветом. Посмотрите поближе на цвет. Темный, насыщенный, темно-серый, наверное, с оттенком синевы легкой. Сейчас покажу, что если немножко потереть салфеткой, видите, цвет немного сходит, поэтому можно сделать для красоты такие легкие потертости. Итак, сейчас мы вот это вот яйцо, которое менее симпатичное, по моему взгляду, будем красить в золотой цвет. Для этого у меня есть кандурин золотой и нужна кисточка. Но разводить нужно алкоголем. Желательно спиртом, водкой, чем-нибудь таким. Ну вот, наш золотой краситель готов. Берем яйцо и красим. Второе яйцо я хочу покрыть брызгами золотыми. Вот таким яичко наше получилось.